Итак, всем привет! И сегодня я хочу вам показать, как ставить таймер на компьютер, чтобы компьютер отключался через определенное время. Итак, у меня есть текстовый документ, здесь все четко прописано, что и как делать. Чтобы поставить таймер, нужно открыть пуск, и у нас здесь есть графа «Найти программы и файлы». То есть она выполняет ваши действия. Итак. В этой графе нам нужно написать вот такой текст, но только вместо вот этих точек нужно написать количество секунд. Через, например, час должен отключиться компьютер, если вам нужно, или через 2 часа, там, то есть мы пишем в секундах. Вот я приготовил уже то количество секунд, которое мне нужно. Вот эта фраза. Я беру, копирую ее и вставляю. Нажимаю Enter. Вот написано, ваш сеанс работы будет прекращен через 60 минут. А для того, чтобы отключить таймер, копируем вот эту и вставляем. Вот написано, выход из системы отменен. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.